Так, всем привет. Очередной видосик про вот это место. Как вы можете видеть, совковое быдло встало на газон, хотя слева от Жигуля есть место, причем сухое место, заасфальтированное, нормальное, выделенное место. Чем оно им не нравится, я не понимаю. Почему нужно вот этот свой джип ставить на газон? Встало, наверное, в 9 утра где-то сегодня. С самого утра я не стал снимать, потому что я и так знал, что в течение дня еще машины понаедут. Мне как бы без разницы, какие снимать. Сам факт того, что ПКД быдло выдавливает и выдавливает газоны в любом районе города. Я вот сегодня по городу по делам проехался, и везде вот так газоны выдавливают. И что самое смешное, что, допустим, вот у «Жигуля» номер чистый белый, а у этих двух грязных... Вот у этих двух грязные номера, в общем. А это тоже штраф, кстати. Вот их двоих просто взять, штрафануть, и больше никогда не будут газон выдавливать, заколебали. Не можешь нормально пользоваться своим кредитным ведром, списанным в Японии еще в 90-х. Так будь добр, продай его нахрен или плати втридорога. Это во-первых. Вот. Так, что еще смешное было по этому поводу? Да, даже не знаю, что сказать. Я не понимаю, вот место также свободное, они не паркуются. Так, сделаю, наверное, отдельным видосом, как я сейчас звонил, короче, в ГАИ и хотел спросить, почему такое происходит и почему они бездействуют. А они сами удивились, что им вообще даже такие вопросы задают. Это просто no comments. Ой, вот я, например... Раньше тоже хотел машину, но сегодня, вот, например, я был на остановке, сел на автобус, и автобус был полупустым, долетел за 3 секунды, я со своей справкой студента за 18 рублей, нафиг вообще машина нужна, вот так задумался, не знаю, на автобусе хорошо, но если уж приспичит, вот что-то срочное там, или это всегда такси есть, и оно... выходит довольно выгодно, либо друг с машины, например, куда-то по пути едет. Вот, ему даже лучше, что он и себя как бы везет, и ему на бензин кто-то подкинет. Я не знаю, зачем своя машина нужна. В общем, кстати, как я и говорил, если они вот так будут парковаться, вот видите грязь именно в этом месте, потому что они выкатывают ее, потом она будет в пыль превращаться, и весь город в пыли. Вот такие дела. Надо еще записывать ПКД видосы о том, что владельцы собак, абсолютно нерегулируемые, выгуливают собак без намордников, без ошейников, там без, как это вообще называется, поводка. Собаки кезят просто где хотят, и мины эти весной всплывают где только можно. В общем, нужно ПКД всем записывать видосы. Если в школах... совковому быдлу с детства не внушают ни родители, ни учителя каких-то экологических норм, то это буду делать я. Лучше же это гаишникам не вот этих вот ловить с грязными номерами, а школьников, перебегающих дорогу, а учителям впаривать там, так, вот этот период не затрагиваем, лучше затронуть. Ну, в общем, о великих победах, если кратко, вот о великих победах. А каких, это уже сами думаете. Вот. Но экологические нормы никого не интересуют, а это очень плохо. В общем, подписывайтесь на канал, не мусорите вот так вот, как совки делают. И не покупайте вот эти ведра, на автобусах лучше ездите. Вот. А то из-за того, что все ездить на автобусах перестали, их сократили, и в итоге в автобусе тесно стало. Вот. И вообще, не знаю, надо вам лучше на такси сгоняйте или работу ближе к дому выбирайте. Вот такие дела. Ну, не покупайте вот эти кредитовозки. Ну, это ужас же просто. Если уж купили, то паркуйтесь хотя бы на выделенном месте. Все, всем пока.